Новая волна благоустройства ожидает Красноярск в ближайшие годы, а также развитие транспортной инфраструктуры и обновление знаковых мест. Все это перед 400-летием города. Еще в марте на кафе губернатор Александр Ус предложил вице-премьеру правительства Дмитрию Казаку сделать юбилей событием федерального масштаба. Позже указ о празднике подписал президент Путин. Сам Казак и возглавил оргкомитет. Накануне вместе с Усом он обсудил подготовку. Формирование программы пройдет в три этапа – местный, краевой и федеральный. К середине ноября разработают ежегодный план благоустройства города с учетом лучших проектов. Поможет в этом и универсиадский опыт. Первое заседание федерального комитета пройдет в декабре. По словам мэра Сергея Еремина, от того, что юбилей попал в топ российских событий, Красноярск только выиграет. Губернатором Красноярского края Александром Викторовичем было принято решение, и он добился того, что подготовка к 400-летнему юбилею должно стать не просто муниципальной, региональной, а именно федеральной повесткой. Ключевая вещь и задача, которую он обозначил, это улучшение жизни красноярцев на всем этапе, не дожидаясь вот этого праздника.